Вот такой тортик у нас получился. Вот так он выглядит в разрезе. Обалденно и очень вкусно. Для начала приготовим блины. Для этого возьмем 3 яйца, подсластитель, который будем добавлять под вкусу, ванилин, кукурузной муки около 100 грамм и стакан ряженки. Все это очень тщательно перемешиваем. Добавляем в получившуюся массу еще кружечку кипятка. Жарим обычные блинчики на обычной сковородке. У нас получилось 10 блинчиков. Теперь приготовим начинку для наших блинчиков. Для этого возьмем чуть более 400 грамм малины, добавим в нее подсластитель по вкусу. И все тщательно перемешаем. Начиняем наши блинчики. Следующим шагом приготовим крем. Для этого возьмем 300 грамм маложирной сметаны, в нашем случае 10%, и 2 пачки обезжиренного мягкого творога, 250 грамм. А также, как обычно, добавим подсластитель по вкусу. В последний момент решили добавить чайную ложку меда. Собираем тортик. Первым слоем 4 блинчика и крем. Вторым слоем кладем 3 блинчика. Третий слой мы кладем 2 блинчика. И завершающий четвертый слой 1 блинчик. Выкладываем на него остаток крема. Ну вот такой тортик у нас получился. Вот так он выглядит в разрезе. Обалденно и очень вкусно.